Всем привет, ребят! Первым делом хочу извиниться за начало вчерашнего ролика. У меня вчера был плохой день. Ну, он изначально был хороший, свинка поросилась, но она поросилась ночью, ребят. Я поспал 3 часа, после этого я как лег в 4, я встал в 7 часов утра. И целый день был такой весь немножко заторможенный. И плюс свинка потом начала на меня кидаться, и мне нужно было поскусывать им зубы. И все орут, и в общем такое было напряжение у меня небольшое. И я вам неправильно с начала ролика донес информацию, потому что я 40 минут этих поросят от нее ловил вчера, она на меня кидалась, и думаю, начну снимать, и просто я не подумал, сказал, что вот у свинки осталось 2 поросенка, потому что 6 я уже поймал, просто я это не договорил, и вы испугались, и я потом и комментарий закрепил, правда, то есть... Если у меня есть кликбейтовый ролик на канале про отдал утят свинье, то тут я не спорю, тут я специально придумал такое название, оно тогда, ну там подходило в тот момент, именно такое название подходило, что все говорили, да собери всех утят и отдай свинье. То есть здесь я точно не хотел никого не испугать, не заставить зайти на этот ролик посмотреть, просто так получилось. Я не знаю, почему я так сказал, но мне очень хотелось спать на тот момент. Сейчас все хорошо, я вам начал ролик именно с поросят. У поросят все хорошо. Не скажу, что свинка успокоилась. Я в корыте чистил, показывая ей вот такой держак от лопаты. То есть, ну, я ей не давал по мордасам им, но я показывал, что... Если что-то пойдет не так, то она получит по мордасам этим держаком, понимаете? Потому что она так проявляет немножко агрессию ко мне. Подчистил вот здесь у нее лопатой. Так, не заходя, вот так раз-два вычистил 2 раза. И все. И больше ее не тревожу. Она спокойненько себя сейчас ведет. Ну, то есть, вроде так на меня как бы и огрызается. Не ори, не начинай. Вот эти точно получили по мордасам обе. Орут и орут, ждут яйца, его нету. И это.
И все, и с поросятками все хорошо. А то вы начали писать, что вы из-за меня переживаете. Спасибо, конечно, за это. И сдай ее на мясо. Сейчас я вам дам вот этой метлой, то есть держаком по мордасам. Сейчас дам. Можно не орать. Вон, индюки подпевают. И сегодня, мне кажется, она уже спокойнее. Может, она даже и успокоится, и будет хорошо относиться и ко мне. Ну, а сейчас она, ну, то есть, считает меня, ну, не то, что там врагом каким-то, но не сильно доверяет, потому что у нее поросята, и она не хочет, чтобы я к ней в загончик заходил. Когда у нее поросят нету, она спокойная и нормальная. Хотя за все время, пока она была супоросна, она ни разу не вывернула вымя. То есть сколько раз я ей не заходил почесать, она ни разу не легла. Вот, ну, поэтому такая свинка, немножко обособленная, ну, не сильно на меня... не сильно мне доверяет. И еще вот, эти безмозглые сардельки ни в какую не хотят идти спать под лампу. Вот не хотят. Лежат, трусятся, но не идут. Я не знаю, как их заставить. Зайти, я вам еще раз повторю, что зайти я не могу. Ты что тут делаешь в уголку? Ну и сами они не идут. Ой! Сама же ногой толкнула и схватилась. Поросенок черненький, ну, то есть черными пятнами кабанчик, чувствует себя хорошо, ранка подсохла, все у него хорошо, он кушает, пьет, ну, то есть от ранки ему ничего не будет, она заживет, мне писали дать ему какие-то таблетки там или еще что-то поколоть, обезболивающее, ну, ребят, ну, это поросенок, оно на поросенке заживет, да, ранка большая, но она сразу высохла, и она... наружная, то есть она не глубокая, это сдерта кожа. На маленьком поросенке это, ну, то есть не сильно страшно. Чем меньше, тем быстрее заживет, понимаете? Ну и после того, как я скусил зубы, свинка стала немножко поспокойнее во время кормления. Так что вот так. Сегодня им пошли вторые сутки, завтра пойдут третьи, завтра четверг. Наверное, в пятницу я их постараюсь половить и поставить им железо, дать байкокс от коксидиоза. И все. Вот такие дела. Я хотел зубы, ну, то есть зубы можно было бы скусить в то время, когда давал им бы железо. Но от того, что они кусались, я это сделал вчера. Ну, вот так. Так что все со свинкой отлично. Хорошая она маман. Много из вас написали, что нужно ее на мясо сдать. Ну, смотрите, из всех четырех, которые у меня были, это самое нормальное. У нее хоть поросята есть. Еще много человек написало, о, эти поросята не подходят, потому что мама агрессивная, папа вообще чокнутый. Да, папа, ты чокнутый? И поросята будут такие же припадочные, как они обои. Ну, вот он... Тень страшно? Тень на этом. Страшно? Вот так. И еще вот по поводу чернушки. Я вчера сказал в ролике, что чернушка пьет очень много воды. Я теперь не могу, ну, то есть... Нет, как сказать, не то, что не могу. Я теперь вот лью воду и думаю то, что вы мне сказали. Много человек сказало мне, что у нее сахарный диабет. И вот корм у нее есть, она его не ест, она его вообще не ест. Воды выпила уже 2 ведра, и она опять просит воду. То есть я сейчас ей опять налью, и она опять воду выпьет, а есть не будет. Ну, я не говорю, что она вообще не ест, но она ест очень мало, а воды пьет много. Смотрите, ребят, а если бы у нее было ниппельное поение, то есть никто бы не узнал, сколько она пьет воды. То есть на некоторых помпах... А ну-ка, шш! Уйди, чернуш! И она орет, понимаете? Она орет. То есть, когда раньше она хоть голодная, хоть не голодная, она сидит и не просит, то сейчас она орет и просит воду. И пьет, и пьет, и пьет. Я только что у нее вычистил, подстелил ей немножко соломы, потому что хоть сколько ей насыпь, она все замочит и все перегребет, она неаккуратная. То есть она ходит в туалет, где стоит, там и сходила. То есть завтра с утра приду, у нее опять будет мокрая, опять мне выгребать, а у меня уже закончились опилки. На 3 месяца хватило 40 мешков.
Вот так. В общем, нужно ехать по опилке, потому что на соломе это, конечно, не очень. И вот смотрите, почти полное третье ведро ей вылил, и она его опять пьет. А если бы она, вот еще раз повторюсь, если бы она пила с ниппельной поилки, то есть я бы не узнал, сколько у нее, то есть сколько она за день выпивает воды, и мы бы даже не заподозрили, что у нее может быть, ну я не говорю, что это так, может быть сахарный диабет. Я почитал в интернете, да, у свиней бывает сахарный диабет, но как его лечить и что с ним делать, и, а вдруг у нее сахар или опустится, или поднимется, я приду, она лежит мертвая. И я не знаю, то есть кто-нибудь знает об этом что-нибудь, ну то есть какие-то тесты проверить, ну наличие сахара в крови, можно ли это человеческим проверить, я не знаю, потому что, ну я переживаю, то есть она хлебает и хлебает и хлебает воду, и такое впечатление, что она не напивается. Черну. Я не знаю. Тумба, она огромная, то есть она просто квадратная. Она вот выпила 3 ведра, у нее такой живот, как будто она супоросна, прям большая. А корм, это тот, который я ей насыпал с утра, 5-литровая ведерко. Ну, она поела, может, к утру, конечно, съест. А воды сейчас выпьет и через 3 часа опять будет просить. Не знаю. Первый раз с таким сталкиваюсь. Некоторые могут сейчас сказать, что 30 литров это нормально. То есть хочет, пусть пьет. Но у меня вон еще есть другие свиньи. И я знаю, сколько я им лью. Максимально на день это 10 литров. Больше не выпивает никакая свинья. То есть если я наливаю больше, у них просто остается в корыте. Оно больше, чем 10 литров организму не нужно. Это даже много. То есть сказать, что я добавлял соль. Да, я добавлял немного. Сейчас чернухи даю прям с дробилки. То есть я соли ей не добавляю. У меня комбикорм, ну, дробленое зерно получается из пшеницы, ячменя, кукурузы, гороха и подсолнечных семечек. Ну, то есть, и я не думаю, что от чего-то этого у нее будет такая жажда. И при том только у нее одной. Чернуш, что ты себе придумала? Это что-то новенькое. Просто как танк. Вон, уже на, он уже на, по, намочила все, что мог. Вот тут я ей, тут она ложится. Нет бы сходить в туалет сюда. Она сюда же сходила сейчас в туалет. И сейчас сюда же уляжется. Чернух. Мне это не нравится. Да, да, я тебе сейчас разговариваю. И нога у нее. Ну, как нога болела, так и болит. В общем, я не знаю. Пузо. Пузо просто, как будто поросится. У нее пузо больше, чем у скумбрии было перед опоросом. И это все там вода. То есть ничего не ела. Чернуш. Не знаю, что делать. Напишите. То есть если... предположение писать не нужно, ребят. То есть предположение, это вы меня еще больше запутаете. Вы или знаете, или не знаете. То есть вот, вот так. Потому что, а может быть, а может так, а может так. Потом, вот это еще больше меня запутает. И я тогда вообще, вообще не разберусь в этом. Ну, на самом деле, может кто-то знает точно и встречался с таким. И что с этим делать, я понятия не имею. То есть я первый раз в жизни слышу, что... вижу, что вот свинья ни с того ни с сего стала пить воды в 3 раза больше. Не знаю. Ну, а так все спокойно здесь. Все нормально. Этим свинюшкам налил сыворотки. Это для тех, кто говорит, что им не хватает. Смотрите, как они ложатся спать в кучку. Это для тех, кто говорит, что им тесно. Им не тесно, они любят плотно ложиться, то есть прям у них все нормально. То есть места там много, но они ложатся в кучку. Кот, тебя погладить, да? Кот, ты мой хороший мальчик, хороший, хороший. Брык и свалился. Ой, хороший котеночек, хороший. Вот, ас выпивает за день около 8 литров. Карбюратор, вот, смотрите. Ты что на заднице сидишь? Вставай. Вот, налил 5 литров. Ты идиотина.
налил ему 5 литров, и он не выпьет. То есть утром налил 5 литров, и сейчас он не выпьет. Почему я говорю 5 литров? Потому что я, у меня 10-литровое ведро, я разливаю половину в один станок, половину в другой. И также сюда. Здесь 2 штучки, поэтому, но они маленькие. Это, поэтому я сюда выливаю 5 литров, и сюда выливаю 5 литров. Вот так. О, какие шугливые. Получили по мордасам за крики, да? На самом деле, по поводу того, что они орут. В этом тоже виноват я. И мне правильно написали, что это все из-за того, что когда я им насыпаю корм, они не идут кушать, они стоят, орут, ждут. И я тогда приношу им то яйцо кину, то еще что-то. Вот смотрите, я им насыпал, они даже нос туда не встромили. Вон бока позападали, а они есть не будут. Пока я тут хожу, они от меня чего-то ждут. То есть получается, что я сам их к этому приучил. То есть и когда я уйду, они съедят. Но пока я хожу здесь, они стоят, орут и просят: Андрей, дай какую-то вкусняшку, да? Ничего не дам, нету, вы обнаглели. Есть я даю, нету, ешьте так. Так что вот так. И еще по поводу шутки одной таблетки. Помните, тоже во вчерашнем ролике я сказал, но я на это не обратил внимания. Вы потом мне написали это в комментариях. И я посмеялся вместе с вами, потому что я вчера в ролике сказал, что тот утенок, который выглядел немножко больным, я ему дал одну таблетку, и он стал сразу веселым. И вы мне так написали. И я хочу таблетку, от которой я буду веселый. В общем, я посмеялся. Но на самом деле я так и сделал. Одну таблетку метронидазола 250 мг. И утенок сразу стал чувствовать себя гораздо лучше. Воды. На. Натя. Где он? Где он? Я уже даже его не отличу. Вот этот. Вот этот. Вон пепельный такой. Вот этот. Вот этот. Вот этот. Вот. Да. Так что вот так. В общем, сегодня такое положительное видео для всех. Ну, пожалуйста, ты хоть не ори. Давай поглажу, котеночек, давай поглажу. Ой, вы хороший. Все, а этот вот привык, чтобы его гладили, тоже начинает орать, чтобы я зашел и ему почесал за ушком. Надо отвыкать, будешь тоже получать по мордасам. Да, котеночек? Ой, котеночек. Вот так. И еще несколько человек написало, я что-то пропустила, или 3 девушки написала, или я не взвешивал индюков. Нет, ребят, я... Ой, какие вы красавцы стали. Нет, ребят, я не взвешивал индюков, но давайте взвесим. Сейчас сбегаю по весы, взвесим одну индюшку и взвесим. Вон, видите, уже индюки заигрывают до индюшек. И нужно взвесить индюка и индюшку. Он лезет. Ля. Ой, какие взрослые хлопцы, красивые. И еще вот по поводу советов. То есть, ребят, вот когда вот я вас спросил вот сегодня совет, я буду очень благодарен, если вы мне его дадите. Но когда я в ролике написал, что я раздам 5 индюшек своим родным, ну, своим родственникам, и каждому дам одинаковую, то мне написали, можно дать 4 индюков, а кому-то дать индюшку. А кто-то написал, можно сейчас зарезать одну индюшку, отдать, которая уже 10 килограмм, а потом остальные резать потом, и тоже отдавать, когда в нем будет 10 килограмм. Ну, ребят, ну вот в таких ситуациях, ну вот точно не нужно давать советы. То есть вы не обижайтесь сейчас, но можно я буду сам решать, кому и когда я буду давать индюков. Вот это на самом деле, мне кажется, что вот это я могу сам решить, когда же я отвезу своей сестре индюка или индюшку. Потому что, ну вот читаю такой комментарий, я не знаю, как на него что ответить. Да? Ой, какие красивые, все 4. Прям красота и милота. Да? Вот такие вот дела. Сейчас принесу весы и взвесим индюка какого-то.
и самую большую индюшку. Я всегда взвешиваю самых больших. То есть все мои взвешивания. Еще раз добавлю, чтобы не возникали вопросы. Я кормлю комбикормом щедро Нива. И у меня есть ролики на канале о взвешивании индюков. Там есть все, ну, то есть и номер менеджера Сергея, и сайт, на котором можно посмотреть комбикорм. Я вам что могу сказать? Мне он очень-очень нравится. Не то, что там как-нибудь нравится, а очень нравится. Потому что мои испорченные индюки выросли вот такие вот хорошие на этом комбикорме. А едят они его 2 месяца. С небольшим. То есть я их начал кормить с 29 августа. Сегодня 11 ноября. То есть они, получается, его едят, ну, почти 2,5 месяца. И старт был веса с 3 килограмм. 3 это был максимальный. Было 2,5 и 1,3. Остальные все были меньше. Потому что на каждое взвешивание я брал самых больших. Ну все, сейчас я принесу весы и заснимем. Ой, какие вы красивые, прям ежики. Прям я не могу, какие красивые. Вот смотрите, что в голове у вот этого поросенка. Все лежат в кучке возле маман. Здесь включена теплая красная лампа. А он лежит сам и трусится, и мерзнет. Есть мозги в этом поросенке? Или нету? Иди в кучу, безмозглый, иди. Это тот, который самый большой, мне кажется, он точно безмозглый. Ох и сарделька. Во, в кучке получше. В общем, я принес весы. Сейчас я пойду. Смотрите, 0. Сейчас пойду поймаю индюка, самого толстого. Тихо. Вы мне написали, за крылья не брать, но мне кажется, легче всего держать за крылья. Она тогда ими не машет. А так очень-очень тяжелая. Очень, даже нет, неправильно сказать, не очень тяжелая, а очень сильная. А вот так за крыло. Вставай. Ну, это что-то не подросла. 9. Не знаю, а может, я просто не ту взял. Там еще есть такая. 9730. Ну, это, наверное, не самая большая. А ну, сейчас пойду вторую возьму. Идем, маман. Пошли. О, боже. Иди. Нет, это, наверное, еще меньше. То, наверное, самая большая. Вставай. Вставай. Да, это 8 килограмм. Вот, смотрите. 7,980. А та 10. Ну, 9,700. Не пойму, а когда я их взвешивал? Что тут не подросли. Непонятненько. О, о боже, какая-то сильная. Тихо. Иди. Иди. Ну и сейчас взвесим какого-то плотка. Кто из вас самый тяжелый? А ну.
Начали гулять, худые стали. Вот. Тихо, Аман, уйди. Тихо. Тихо. Вот. Вот какой красавец. Тихо, вставай, нож, кот, ой. Вот, давай вставай. Вставай. Вставай, ноги ставь на место. Ставь. Ноги. Ноги. А ну. Кучку собрал. Наверх собрал ножки. Во. 12 300. Ну. Вырос или нет, я не помню. Ты вырос или нет? 12 300. Давай сниматься. На низ. Во. Ну я думаю, хороший. Хлопец, не уходи. Возвращайся. Заходи. Назад. Иди. Назад. Заходи назад. Нет, нет, заходи. Давай. Давай. Во. Ну вот так. Получается, их здесь 10 штук. И в общем, общий вес у них около 100 килограмм. Я так думаю. А может чуть нету. Ну 6 индюшек 50 килограмм. И 4 индюка 60. А нет. Ну да, и 4 индюка где-то 50. Ну да, около 100 килограмм. Вот так. Все, я взвесил вот эту индюшку. И, наверное, вот эту. А там еще есть одна толстая. Ну, я не знаю. В общем, и так пойдет. 10 килограмм индюшки, 12 килограмм индюки. Но индюки у индюшки, вот у индюшки грудка получше. А у индюка еще грудка не наросла. Я не знаю, от того, что они начали женихами стали, они хуже начнут вес набирать или так же? А то прям ходят, дуются и поют. Дуются, да? Ты, дурачина. Женихи, женихи. Ой, какие красавчики. Так что. Ну вот так. Не доел. Перевернули. 3 секунды попили, перевернули. Все, отдыхаем. Вон уточка беленькая, которая из старших. У нее уже крыло растет. И вот я сел из них буквально, ну, наверное, еще недельку здесь подержу, чтобы немножко вот эти на крылышках пеньки стали побольше. Потому что если я их выпущу в общий двор, те, которые там гуляют, начнут выщипывать вот эти на крылышках небольшие перышки. Это 100%. Там уличные, я смотрю, временами щипаются. Поэтому я их пока не выпускаю. Пусть сидят здесь. Да, психопатки? Да, корыто погрызть. Еще написали, что вот здесь выглядело, как будто кровь у Джессики с ноги. Нет, ребят, там красная доска. Здесь сосна пропиталась мочой. И просто было разгорнуто, никаких ран у свинок нету. То просто светилась красная доска. Я не знаю, сейчас зайду покажу. Девки, страшно вам? Вот здесь. Вот здесь так особенно доска прям красного цвета. Вот, видите? Это не кровь. Это сосна красная. Красная сосна, красное дерево. Поняли, как его делают? Мочой пропитают, оно становится красной. Вот так. Все. Девки, отдыхаем, да? Это тоже поела, водички налил много, чтобы молочко было. Вот, налил ей пол ведра воды, а она не выпила. А той лепешечки. Как у вас дела? А этой налил 3 ведра за день. Ага, последняя не допила, да? На. На.
Ой, чернушка, чернушка. Не одно, так другое, да? Нет? Что нет? Если да, ты себе уже все мозги вытрусила, вот так головой крутишь. Так что, вот так. А в этой, мне вот интересно, в самой маленькой, в ней, наверное, килограмма 4. Надо ее взвесить. Вот это точно будет интересно. Так, все в перышках. Сейчас я пойду ее поймаю. Такую мелкую я не взвешиваю. Она как не бройлерная, а как будто белая чернорудая. Белка. Вот тебе пил-пил. Ты такая легкая, что тебя индюк какой-то задали. Это самое, самое маленькое. Тихо. Ну, я думал 5 килограмм, а в ней почти 6. 5800. Ну, к Новому году 10 будет. Думаю, будет. Так что... Не нойте, нет яиц. Так что вот так. Крыло обрезано, чтоб не летали. И не летают. Прям красота. Ну вот, 5800. Все. Вот такой сегодня ролик. Положительный. Чтобы вы не пугались, все хорошо. Еще раз извиняюсь, кто испугался, кто переживает за поросят. Я сам очень за них переживаю, ребят. Правда, никого не хотел испугать и обидеть таким способом. Так что не обижайтесь. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока. Ты что такая дрышлявая? Что ты ничего не жрешь? Пошли, я покажу, как есть стартовый комбикорм. Пошли. Ага, страшно. Глаза больше, чем мозги. Бери и ешь полное корыто корма. Дуреха. Всем пока-пока.